Завтра моя стажировка закончится. И мне придется покинуть школу. А, ясно. Признаюсь, мне было интересно играть эту роль, роль учителя. Но сейчас я понимаю, что это не для меня. Я больше его не увижу. Я хотела хотя бы в последний день увидеть, как ты ведешь урок. Но мне страшно находиться в классе. Я хотела увидеть тебя. А сейчас я отвезу тебя туда, куда захочешь. Что?